Итак, всем привет, с вами я был Первый, и мы продолжаем проходить GTA Vice City. Итак, собственно говоря, проблема такая была, у меня слетели сейвы, поэтому пришлось проходить все сначала, но в итоге я быстренько дошел до этого места, и мы продолжаем проходить. Собственно говоря, давайте начинать. Нас позвал Кинг Пол, срочный звоночек от него, смотрим, в общем. You know that wanker D is the bugle master? He's got your boy Lance. Word is your mate tried to jump him. Didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take him? In plain English. They caught him across town in the junkyard. Bloody hell, you nutter! И так всегда, грубенько. Ну ладно, нам надо отправляться на свалку, пользуемся самым ближайшим мостом, это мост возле поля для гольфа, где мы когда-то были. Вот, и надо успеть спасти Ланса до того, как упадет его все здоровье. Доехать мы успеем, и в принципе там перебить немножко и все. Броню, если у вас ее нет, советую взять. Не обязательно ехать в амуницию и покупать. Там рядом с клубом Малибу где-то она лежит. Надо отъехать от него чуть назад, и там где-то она есть, в общем-то. Так, мы почти доехали. Аккуратно едем, чтобы не свалиться, то уже один раз свалился, 17 хп аж потерял. Так, а вот и там все братва Диаса уже попали нас в нас. Подыхайте же вы. Зато смотрите-ка, сколько бабла мы тут сейчас соберем. Чувак, на месте стой, да? Так, они могут быть где угодно, они могут быть на всяких тракторах, там где-то еще, вот на... В общем-то, это же свалка. Тут много мест можно найти, вот, например, вон там чувак стоит. Я не знаю, попал ли я в него, кажется, нет. Зато он меня попал. До него даже не долетает. Блин! На тебе, в живот. Всю бронь почти потерял. Блин, этот за столбом вообще стоит. Так, еще бабу пойду возьму. Так, кто где еще? Выходите. Патронов дофига, аж целый косарь с лишним. Так, еще куча бабла. И вот он. Главное, Ланса не задеть. Так, он почти сдох, надо торопиться, Ланс, не умирай, я тебя сейчас... Просыпайся! Вот, и ты. Ты screwed up real good, Lance. You killed my brother. What do you expect me to do, mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure. I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Пошли, Ланс, отсюда подальше и побыстрей. Так, благо никто нам мешать не будет. Блин, ты где вообще? Спрятался, блин. Иди сюда. Так, собственно говоря, нам надо будет... Вообще желательно перед тем, как туда приехать, ну... Вообще начинать миссию, хорошую тачку надо быструю взять. Ну, тут есть, в принципе, но она не такая быстрая. Точнее, не быстрая. Вот стоит нам отсюда выехать, и как за нами сразу погонится целая банда Диаса. Вот они. Уже едут. И будут всеми силами стараться блокировать наш путь. Но зато они едут по дороге. Вот это их большой минус, так что... Исключение только по дороге. Так что можем где куда-нибудь свернуть, и они ступят. Но мы уже от них оторвались, очень повезло. Вот так вот сокращать надо путь, они четко по дороге едут, в отличие от нас, как видим, да? Уже оторвались. Теперь просто едем.
А мотоцикл вообще не стоит тут использовать, потому что если вдруг случайно... Точнее, если вас вдруг случайно догонят, то уже все. Лэнс 100% сдохнет, а вот насчет Оса пока, конечно, не знаю. Так, привозим его в больницу, правда, вот за эту миссию мы ничего не получаем, но зато она единственная, где мы ничего не получаем. Он здесь не вылетит, игра, в прошлый раз такое было. Так, вот они мимо проезжают. Окей, задание выполнено, что же. Собственно говоря, все на этом, за этим эту амуницию. Нет, за эту точнее. Ну, а пока что на этом все. С вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.